Евгений Григорьев учит детей Домачевской средней школы азам английского языка всего 3 года. Несмотря на недолгую практику на поприще учителя, молодому специалисту доверили должность заместителя директора по воспитательной работе. А сегодня он взял новую вершину, стал одним из лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года». Евгений Анатольевич рассказал, как ему удалось завоевать внимание и любовь своих учеников, то, что порой приходит лишь с годами. Сейчас, в век бурного развития информационных технологий, наша задача состоит в том, чтобы отвлечь ученика от интернета, от телевизора и притянуть его именно к образовательному процессу. И я, как относительно молодой и недалекий от своих учеников все-таки человек, думаю, что справляюсь с этой задачей, и у меня получается их заинтересовать. Дело в том, что мы работаем по авторскому проекту, и у нас есть свой сайт, которым мы работаем и который помогает нам в изучении иностранного языка. Поэтому мы пользуемся интернетом, но пользуемся им не в развлекательных, а в образовательных целях. Из 111 педагогов на заочном туре конкурсных мероприятий были выбраны 37, которые и стали основными претендентами на победу в областном этапе конкурса «Учитель года Республики Беларусь». В этом году педагогическое соревнование претерпело некоторые изменения, благодаря которому продемонстрировать свое профессиональное мастерство смогли учителя по различным предметам. Республиканскому конкурсу профессионального мастерства педагогических работников и «Учитель года Республики Беларусь» уже несколько десятилетий. Это достаточно прочная традиция предоставить учителю возможность профессионально выразить себя в присутствии большого количества коллег, скажем, на уровне города, района, области. В нынешнем году модель республиканского конкурса серьезно видоизменена. Было представлено данным приказом провести конкурс «Учитель года» по 7 номинациям. То есть это дошкольное образование, воспитатель, это начальные классы, а там дальше идет разбивка по учебным предметам, еще 5 номинаций. Победители в этих номинациях – 7 педагогов Брестской области, войдут в команду, которая будет представлять систему образования региона на заключительном этапе республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь». Он пройдет осенью в городе-герое Минск.